Праздник плуга докатился и до Москвы. Накануне в Белокаменной в культурном центре «Кремль» в Измайлово звучала чувашская музыка. В 11-й раз в столице праздновали Агатуй, на котором побывали наши коллеги с гостями радиокомпании «Чувашия». Песни, танцы, угощения и тысячи гостей. С таким размахом прошел в Москве всечувашский Агатуй. Устраивают такой праздник в столице ежегодно, чтобы все желающие могли познакомиться с культурой чувашского народа. Ну а сами представители народа смогли встретиться друг с другом в каменных джунглях большого города. Чувашский народ любит жить вместе, как одна семья. И нам особенно очень хочется быть вместе друг с другом, когда мы оказались за пределами Чувашии. Агатуй собрал гостей в Москве в 11-й раз. В этом году традиционный весенний праздник посвятили 165-летию со дня рождения Ивана Яковлева и 93-летию со дня образования Чувашской республики. Желаем счастья, богатства и, как это говорят, благополучия во всем ваших семьях. Вот так хлебом с солью встречали почетных гостей. Среди них были потомки Ивана Яковлева и дочь космонавта Андреяна Николаева. Ну а в веселом хороводе был замечен Леонид Якубович. Заглянул на праздник и герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов. Дорогие, милые чувашечки и чуваши. Ну а пока гости слушали поздравления, пели и танцевали, другие устроили самое настоящее сражение. На кону было звание победителя в турнире по национальной борьбе «Киришу» и автомобиль. Кстати, частичку Чувашии можно было унести с собой в виде сувениров и угощений. На празднике свои изделия представили чувашские мастера и ведущие предприятия республики. Ольга Пырочкина, Республика.